Еще задолго до того, как знаменитая ярмарка обосновалась в Нижегородской губернии, торговали неподалеку от Казани. Но русским купцам там не везло, то и дело их грабили татары. С челобитной торговцы обратились к князю, и ярмарку перенесли в Васильсурск. Но и здесь на первый план выходили военные действия. И как раз тогда ярмарка подобралась к Нижнему, развернулась у подножья Макарьевского монастыря. Здесь она достигла пика своей популярности. На Нижегородскую землю съезжались поторговать купцы со всего света. Здесь насчитывалось около 2000 торговых точек. И пока в начале 19 века пожар не внес свои коррективы, это было настоящее торжище с большой буквы. Вся эта история представлена в архивных документах и фотографиях. Одна из главных интриг истории – страшный пожар в Макарьеве. Поводом, собственно говоря, почему ярмарка была перенесена к Нижнему Новгороду, был пожар, случившийся на Макарьевской ярмарке в 1816 году, который практически полностью уничтожил гостиный двор. Опять же, здесь тоже множество версий, то есть версия о том, что пожар был подстроен. Было принято решение перенести ярмарку в Нижний Новгород. Было два основных места. Собственно, первое место – это внизу Печерского монастыря Вознесенского мужского. А второе место, собственно говоря, это устье реки Оки и Волги. Решение о переносе ярмарки в Нижний Новгород назрело еще до пожара. Оно было обусловлено ее невероятным экономическим успехом и банальной нехваткой мест для всех желающих. Исторический факт. Император отложил перестройку Зимнего дворца, отдав казенные деньги на создание нового ярмарочного комплекса. Кстати, популярность нашей ярмарки была настолько велика, что даже после переноса на стрелку в Нижний Новгород ее по старинке называли Макарьевской. А для купцов лучшего места, чем слияние двух рек для расположения торговых площадей, не придумаешь. Так как по расчетам за время судоходства товары можно было отправлять в обе столицы и за границу. Поговаривают, что и пожар в Макарьеве был не случайен. Решение вопроса, почему здесь, в Нижнем, почему не в каком-то другом городе? Учет путей сообщения, которые в тот период наиболее выгодными были все-таки пути сообщения по рекам. Волга как раз это обеспечивал, а Нижний Новгород – крупный город, который позволял развернуть здесь, построить большой комплекс зданий. Для строительства кармана России пригласили лучших специалистов. После пробного строительства гостиного двора для проведения очередной ярмарки в 1817 году началось масштабное возведение целого торгового комплекса. Автором стал знаменитый архитектор Бетанкур. Во всей красе Нижегородская ярмарка предстала перед всем торговым сообществом уже в 1821 году, и спустя 200 лет современные купцы-бизнесмены заключают здесь многомиллиардные сделки. На 6-м международном бизнес-саммите можно увидеть всю историю Нижегородской ярмарки с 13 по 16 сентября. Анастасия Рябова, Юлия Короткова и Олег Климин. Объективно. ННТВ.